Я девочкам подарила одинаковые футболочки. Мы все сегодня в запрещенке. Зара. Она любила своих подруг. Что-то на нашу Машку тут гонят все. Так интересно. Просто. Ну, это новые звезды в Африке. Это только начало. Сегодня 4-я серия. Дальше будет сложнее. И наши звезды большие молодцы, Машу, что они справляются с этим. Я горжусь вами. Что у тебя, Юль, мурашки? Игорь! Красавчик просто. Испытания. Как образы мои? Обалденный макияж. Глаза кошки, мокрый эффект, как я люблю. Мокрый эффект – это вообще наша фирма. Да, визажисту просто респект, ну и, естественно, Алинчо. Алинчо, привет! Сегодня цвет настроения зеленый. Офигенная кожаная куртка. Вот Unit Brand, белорусский дизайнер. Понедельник, день тяжелый, но не для меня. Я кайфую, что я в Москве, я дома, я с любимой собакой, я разбирала подарки, вещи, чемоданы, цветочки поливала, в общем, домашние дела, делишки. А сейчас я уже врываюсь в движуху. Куда я еду, как думаете? Я говорю, Алена, ты что не переживаешь, приеду я, не приеду? Она говорит, а мне сообщают, когда твоя машина въезжает на территорию. То есть тут, в общем, все под контролем. Мы приступаем. Это все для меня? Да. Боже, какая ты внимательная. Это все для меня, да? И как раз сегодня у меня цвет настроения зеленый. Кайф. Погнали мы. Так, ну что, студия Time. Такое готовлю для вас, божечки. Но я сначала сделаю, а потом вам все покажу. Я соскучилась. Я рада видеть, я рада слышать, я рада петь, я рада всему, что происходит в моей жизни сейчас. Чтобы вы понимали, что такое перфекционизм, я уже ухожу, прихожу третий раз, потому что мы слышим что-то, что можно сделать лучше, и делаем это лучше. То есть этот процесс на самом деле бесконечный. Всегда нужно делать лучше, чем ты уже даже сделал. Знаете, зачастую вся основная работа, которую вы не видите, не слышите, она остается за кадром, вне сторис. И вот 3 часа без прерыва у нас идет просто мозговой штурм с разными людьми. Просто люди приезжают, уезжают. Режиссеры, сценаристы, таргетологи. В общем, мы с командой сейчас просто создаем историю для вас, для России, для меня.